базилика Марьяцка. Тут реставрируется. Хотя вначале я сказал, хорошие у них тогда краны были, вот один до сих пор действующий. Понятно, как они это все строили. Это, конечно, шутка. Но видно, там ведутся какие-то работы. Здесь вот галерея штуки. Штука — это по-польски искусство. Здесь вышивка какая-то специальная. Это вид с этого ракурса. Гданьск, он был немецкий в свое время, поэтому сказалось на архитектуре. Видно, да, окна на разном уровне. Это говорит о том, что это старинные постройки, не современные. Улица Шевска. Бум. Сейчас зайду внутрь. Попробую посмотреть, что там. А вот такие поделки. Вышивка, все можно купить. Филижанки — это по-польски чашки. Поговорки, вот добрый хумор с года, то дому оздоба. Хорошее настроение, согласие — это украшение дома. А мы идем далее в храм. Это вот та базилика, о которой я говорил. Да, это все-таки действительно храм. Вот я зашел в храм. Это, оказывается, здесь кругом могильные плиты. Места было мало, поэтому хоронили в храме. Сейчас археологи это все поднимают. И я сейчас вам покажу, как это выглядит. Это немецкий храм. Кирха. Вот здесь тоже плиты. Какое-то изделие. Скелеты. А вот посмотрите, какой потолок. Солнце немножко. Горят свечи. Сверху, говорят, это орган. И далее туда храм продолжается. Вот теперь вы примерно имеете представление. Еще интересно нам рассказали, здесь есть орган, и сюда в свое время хотел устроиться органистом Иоганн Себастьян Бах. Но его не взяли. Взяли другого человека. Он на тот момент не обладал тем умением, которое хотели горожане. То есть это говорит о том, что в Гданьске всегда были очень требовательны к искусству. А вот эта скульптура, вот видно там вдалеке, она 1400 года. Никогда больше никуда не перевозилась, только здесь. Это Дева Мария с Иисусом. Даже не верится, что вот такое количество лет этой скульптуре.